Так, все работает. Всем привет, с вами канал Белостова. И вначале небольшая такая, не очень, опять же, приятная новость. С РИТП, кое-каким одним, не скажу каким. Думаю, по названию компании вы наверняка знаете, какой именно РИТП. Так, что? Подождешь. Так, короче, по РИТП насчет. Сейчас произошел небольшой кое-какой застой, поскольку вчера я пытался это РИТП залить, но компания Рики меня два раза страйканула и заблочила во всех странах. Типа авторское право, ля-ля-ля, все такое. И пока что у нас с РИТП небольшой застой, поэтому пока что в ближайшее время РИТП не будет выпускаться. Когда выпустится, однозначно сказать не смогу. Ну а теперь непосредственно к ролику. На прошлой неделе выпустился финал четвертого сезона «Знакомьтесь, Боб». И вот, внезапно, через неделю прям сразу же, начался пятый сезон, который, если честно, с нетерпением ждал. И фото. Боб на пределе боли. Причем говорят, то, что типа пятый сезон, он возвращается к корням сезона первого, когда над Бобом экспериментировали в разных условиях, типа сажали в гроб и его оставляли там на несколько дней, замораживали, сбрасывали с парашюта, самый первый эпизод, и вот Боб на пределе боли. И как я вот почитал вот комментарии, и вы просите, чтобы я говорил отсылки в конце. Окей, я к вам прислушаюсь, буду говорить отсылки в конце, раз вы так очень сильно просите. А теперь непосредственно Боб на пределе боли. И сразу же отсылка на превью. Пинхед, восставший из ада. Роберт нашел способ отправиться в параллельные миры, в которых живут его альтернативные версии. Странно, да, кстати, еще но жив, анализ показал, жив, что единственный разумный Роберт был в нашем мире. Все остальные даже глупее клонов. Я бы легко мог вычислить правильного по разнице интеллекта, но при перемещении Роберт потерял рассудок и способности. Только сильный стресс сможет проявить их снова. А. Но я все равно не остановлюсь, пока не доберусь до них. А, блин, точно, он же ведь это, как бы вам сказать. Он же ведь... Короче. И не заставлю его ответить за смерть это, красного. Это сложно. Придется проверить каждый из этих миров. А начну я со вселенной G48. Так. Привет, Боб. Сегодня ты узнаешь кое-что интересное о боли. Есть много способов ее измерить. От шкалы эмоций Вонга Бейкера до сложных медицинских тестов. Но мы проверим все прямо на тебе. Начнем с простого удара мизинца об угол дивана. В момент удара нервный импульс от источника боли идет к головному мозгу. Уже проверено, проверено мной в жизни. Да. А у тебя низкий болевой порог. Интересно, как ты справишься с душевной болью? Деда Мороза не существует. Родители тебя не любили. А этот эксперимент ты не переживешь. Моральные травмы часто сопровождаются депрессией, да. А иногда влекут за собой мнимую психогенную боль, не имеющую физической причины. Помочь Бобу может психотерапия или внезапная угроза жизни. То есть? А, типа внезапно. Эй, Боб, взбодрился? Обычная боль помогает понять, что не так с организмом. Но при особо сильной травме боль может исчезнуть вовсе. Это называют травматический шок, когда организм перестает воспринимать что-либо. Яркий пример первого. Впрочем, умереть от боли невозможно, разве что потерять сознание. Это защитная функция мозга. Ну или потерять какую-то часть тела. Типа, ног, уснул, бедняга. Надо чем-нибудь его укрыть. Одеялом. Сила любви. Это точно был не Роберт. Что ж, продолжим поиски. Самое интересное, вчера было как раз день Святого Валентина, как ни странно. Вот. Блин, я вот хотел вот сказать вот по финал сезона, напомню, то, что типа, там, короче, Боб со шрамом, он погиб, а Томас, то бишь, Том, который диктор, он попытался вот этого Боб Роберта остановить. И в итоге там, короче, так получилось, что прибор, он попал в Роберта. И тем самым он начал, так сказать,
перемешиваться в разных бобов. То есть сейчас главная задача Тома, диктора, найти Роберта среди клонов боба. Вот так вот примерно я могу сказать. А теперь отсылки, как вы и просили. Итак, если честно, я не понял, вот это вот что за заяц-инвалид. Или это заяц ли вообще? Непонятно. Дальше. Так, дальше вот здесь. Здесь я тоже не совсем понял, что это за отсылка. Какой-то плащ, какой-то шлем. Непонятно. Непонятно. Дальше. Доктор Осьминог. Человек-паук 94. 94-го года. Дальше. Так. Всех ребят. Итак, ребят, 20 кадров. Еще раз. 25-м кадром помелькает доктор кто? Ой, доктор Хаус. Фу ты. Тестов. Вот сейчас. Ну а мы проверим все прямо на тебе. Доктор Хаус. Сейчас только что был. Дальше. Дальше у нас пока здесь ничего нету. Начнем с... И Брейн. Пинки и Брейн. И, по-моему, все. Ну вот, собственно, и все. Как вы просили, отсылки в конце. Спасибо, что меня там смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. И мой вердикт этому эпизоду. Если честно, начало эпизода, ой, начало сезона получилось не очень. Правда. Мне даже вчера советовали на это не реагировать, потому что получилось все немного хреново. То бишь, Боб, скажем так, немножко скатился. Поэтому всем удачи, всем пока. Так, ребят, я кое-что сейчас забыл сказать напоследок. Сейчас я вот только что рассматривал ролик, точнее, комментарий к ролику «Боб на пределе боли», и узнал, что, оказывается, я упустил еще одну отсылку, она находилась в самом конце. Музыка в самом конце. Вот сейчас. Вот сейчас сделаю специально потише, чтобы меня было слышно. Продолжим. Послушайте. Лазанья, бич, лазанья. PewDiePie, this на T-Series. Вот теперь все. Однозначно все.